Всем привет, меня зовут Марсель, и сегодня у меня радостная новость для меня, в первую очередь, конечно. Я заказал на сайте AliExpress часы. На сайте это выглядит вот таким образом. Заходим в мои заказы. Вот эти часы. Либо эти, либо вот эти. Все довольно-таки делается просто. Заказывайте, оплачивайте, в принципе, ты и ждете. Здесь вот можно проверить отслеживание. Пишется трек-номер. Также пишется автоматический сайт, на котором можно отследить посылку. Но я нашел другой сайт. Трек24. Зарегистрировался на нем также. И вот здесь вот все мои заказы автоматически в истории сохраняются. Он более удобный, более быстрый сайт. И здесь вот все подробно пишется на русском языке. Принято на склад, значит, 15 сентября. Сегодня у нас 29 сентября. И покинул распределительный центр в Москве 24 сентября. Как зарегистрироваться и как заказывать на сайте AliExpress, я вам покажу в другом видео. А сейчас приступим к распаковочке часиков. Вот так вот выглядит посылка. Такой вот конвертик. Внутри я уже чувствую, что никакого чехла нету. Лежат просто часы. Сейчас вскроем аккуратненько. Так вот. Итак, часы в пакете пусто. Вот они, часики. Ожидал, конечно, что циферблат будет чуть побольше, но за эту стоимость, в принципе, я думаю, что на что-то рассчитывать такое сверхъестественное не стоит. Так, часы у нас ходят, это уже радует. Так, поближе покажу вам циферблат. Стеклышко так переливается красиво. В заказе было указано, что ремешок кожаный. Но, конечно, чувствуется, что он не кожаный. Тем не менее, на заказ часы похожи. Здесь вот эти кнопочки нажимаются. Но за 180 рублей, в принципе, я думаю, что можно не выпендриваться особо. Ссылку на товар оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачных покупок на AliExpress. До новых встреч!